Деда, прячется уже. Что пройдет? Может, он перестанет? Может. Ну, я села. Я села. Может, так как у Сережи. Да я понимаю, я говорю, что хорошо, если трещинка, она взрастется. Если что, так у нас что это? А это же, ну, ты же сама понимаешь. Наташка, не, в принципе, не, нормально сейчас. Стал на тренировки ходить, спортом занимаюсь. А малый с кем? Тут с Вадиком в основном. А если не, что же основном? Основном, когда на тренировке, то тогда со мной, либо с мамой. Так, я... Моей, ну, по-разному. Ниночка. Казала, Надя, дружон Вовка должен принести мясо. Ну, чи він приніс там на беседці під тим, під ванні. Подивіться, якщо є, лежить, так беріть. Як не приніс, значить не знаю. Беседці чи де? На беседці балі стоїть на столі. Подивись, під балі нічого немає. Щас. Бо вона мені, це вона сьогодні робить. Каже, я народ, що і буду в той, як хлопці заберуть. Якщо їй там буде, вона хай принесуть і положить. Я теж не здала. Мама, дивися, такі кімнати тапочі, тільки не на вулиці ходить, а тут коло хати отсюди туди, а, щоб там не падає. Ну, є тапочки. Ну, є у тебе, це такі м'якенькі, на. Походить, попозже буде. Хорошо. На. Так, це для хати, тільки для хати. Ну, щоб я знаю, ну що ж мені робити? Є травматолога, ге? Що ти хорошо пахне, на. Тобі будеш під носом піти. Віточка, так? Ага. Тьоска моя, Владик, і Віточка, Любини. 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 Так, це мама дідушки Вані. Пачку порошка тобі поставлю, щоб ти стирала. Куди ти несеш тут, блядь? Вона на кухні. Це батя баби Галі. Вода. Владик, ось тут відіться. А це бабушка моєї мами. Так, для стірки, мам. Ну, я вам. Это мама бабы Гали. Мама бабы Гали. Я тут это. Виталь. А это что? А это кому ты могилу роешь? На пятый зеваешь. Подожди, иди сюда. Смотри, не бойся. Так. Петькин малой. Ну слушай, ты даешь, блин. А сколько ж тебе лет уже, а? 14 уже? Ёлки-палки. В таких штаниках классно. Слушай, а это Саня уже. Слышишь? А ну да-да, такой похожий. На кого же похожий больше? На кого ты больше? На маму? А ну подожди. Я? На маму, по-моему, больше, да. Больше на маму. А этот на батю. Так, это для сравнения. Два брата моих двоюродных. Саня 13, а Витальке 14. А да. Ты себя сними. Начинай. Все, снимаешь? Да. Вот и чтоб руки не тряслись. Это для сравнения, какой Виталик уже здоровый, а? Смотри. 14 лет, пацану, а уже меня скоро догонит домой. Да. Еще подкачаться подумала. Ты классная. Ну хорошо. Все? Хорош. Это наша собачка. Как зовут? Руслан. Русланчик. Эй, Русланчик какой хороший. Маленький. Сколько ему? Не знаю. А где вы его взяли? Отец? Понятно. Про этого щенка. Ты смотри, он не прогоняет, да? Он малыш.
А что ж там он ворует? Что ж там у меня есть покушать? Каша с собой. Скоро здесь будет куча яблок, груш. Да. Хата. Да, раньше здесь гудели, помню. Правда, я плохо помню. Братишка мой лучше, Сережа помнит. Блин. Виталька уже пятый день роет, думает, ладно идет. Нема, Виталька. Говори. Нема, охрана идет. Валя, кончай. Ну ничего, может. Может через годик и найдет что-то. А вот, в молодости какая красивая была. Да. Ну, сам супчик унес, пожалуйста, мой поисте. Значит, а тебе кофе это самое сделать, если я взять, возьму с собой водичку сюда. Что тебе взять? Кипяток? Оля. Владик, что тебе взять? Кипяток взять? Куда? Сюда, куда? Сюда, чтобы там кофе сделать. Ну, и взять вот этой воды с собой. Что ты хочешь в эту банку? Говори мне скорее. Да не знаю. Не надо ни то, ни другое. Ну что ты хочешь? Ну кипяток возьми. Кипяток, чтобы сделать вот там кофе, да? Да, горячий. Да. Хорошо. Ну так ты пока попей водички, да? Владик, мне что-то на верстку смотри, чтобы я как-то выглядела хорошо, ты выглядишь как этот сам. Не, отлично. Так, Владик, все, давай, хватит, сила. Нет, много не надо. Давай, выпивай. Я запишу, да? А чем же его... Я даже не знаю. Что-нибудь расскажите про жизнь легкую. Ну главное, чтобы берегите себя да бабушку. Давай я туда и мой оставлю. Да не, ничего, хорошо. На поле машина тут поганый ходит, не смит там. Хорошо. Вот так вот отлично. Отлично. Это привет Сереге всем там, да? Он какой дед, молодец, смотрите. Деда, а сколько вам, если не секрет, лет уже? Что? Годков, сколько вам уже, если не секрет? 72. 72, ну... В июне. Еще пару десятков надо пожить. Кучма. А как вы до него относитесь? Вам кто, Кравчук лучше был, чем Кучма? Там не все, вот все были гадости. Правительство, оно его должно взять. Все взяли в голову. Да. Ну, раньше было лучше, по-моему, да, вообще так? При Сталине лучше всех, да, было? И при Брежневе хорошо. А при Хрущеве? Трошки этого... В Америку возил на Кубу. Садиться под пароходом. Ну, там можно жить при Хрущеве, все було. Але таке, як от там мільйони стоїть. Тільки на зладі мільйон, а він до чого не стоїть. Не дивля. Ти що, іде класом? Я серйозно. Мам, я положила, попробуєш. Хорошо. Нормально, ви смотритесь, хоч і больненько, ну. Ні, я як кажу, нічого, мені тільки повертатися не можна. Я це повертаюся, спочатку не поспокоюю. Посмотри, яка малюсенька цвітна капуста. Ну, как раз сейчас світ хороший. Яка інтересна. А хто це таке делает? Не, да, портить поблюдо. Да, ні, нічого ж портити. Не надо. А то потім все некогда, знаєте, як. Це собі достав, чи це... Не, то я еще в хорошие времена себе купил, продавать не хочу. Молодец. А продать все можно. Да. А машина тебе какая? Да я пока на то, что у Сережи была бывшей езжу. Ага, ты сразу мовка. Ой, не знаю.
Жалко Юрка, конечно. Він не пропаде. Да, конечно. Він собі ще щось путнє подбере. От. А таке ж жалко та дитина стається. Так, тем более все навалилось, и те неприятности, и эти, да, немножко да, как-то да, сегодня день. Так как Вера все, Анечка, скажет, бабушка, я на той день до тебя приеду уже с папой. Папа уже выздоровел, и я приеду уже с папой. И дитина мечтает за папу, папа приедет, а что папа уже земля лежит, она же не знает этого. Кто-то нагадал, так она, нельзя так сказать на папу на мого. Мой папа живый, мой папа поправится, и мы приедем домой. Обещає работать, прийдемо копати, колоть з папою. Це знову сьогодні пертиму вода цілу ніч. Хай папа завтра зайде. Скажи йому. З утра. Він трошки сподіває. А, туди? Еге, до нас завтра зайде. Саша, попив. Так утомлю, що я.